З діловим візитом до Дніпра завітала делегація Кореї. На зустріч очільник міста Борис Філатов і надзвичайний та повноважний посол Республіки Корея в Україні Лі Янг-гу обговорили можливості подальших стосунків. За словами пана посла, він готовий розвивати канали співпраці, а спочатку буде етап ретельного планування. Мы сейчас определяем, будет приоритет там, и сейчас это надо детализировать. Тогда через несколько месяцев мы могли это показать, полную это берущую программу. Учитывая это огромная это перспектива между нами, я думаю, что достаточно как, много общего есть. И, поэтому я очень... Считаю себя очень оптимистично. Такая тенденция, что иностранные дипломаты хотят уже увидеть как бы жизнь на местах. Тем более вы прекрасно знаете, то есть Днепр – это город, который, условно, как мы шутим, еще не первый, но уже и не второй, поэтому, особенно после, опять же, финансовой децентрализации, есть возможности серьезные и для самоуправления, и ресурсы определенные, и возможности как бы сотрудничать. Поэтому мы с удовольствием пойдем на любые формы, тем более то, что вы назвали, они действительно нас интересуют.